Всем здравствуйте! Вот это у нас яблонька, птичка. Сегодня я ее хочу привить, попробовать. Вот я у Ксюши взяла веточку от хорошей яблоньки. Вот она земелькой тут прикрывали. Вот сейчас я, значит, отрежу от нее веточку, вот эту вот, чтобы было несколько почек. Эта ветка где-то у нас больше 2 лет, а по-моему так и надо. Как помню по видео, когда-то смотрела, так и попробую сделать. Получится, так получится. Не получится, так не получится. Значит, у меня инструменты, ножницы, чтобы я отрезала веточку. Лезвие чистое. Я знаю, что надо чистыми инструментами все это делать. И скотч. И скотч, чтобы перемотать место прививки. Ну чего, начинаем. Так, значит, я отрезаю вот эту веточку. Отрезаю ее. Так, и где-то вот в этом месте надрезик сделаю. И здесь надрезик сделаю. А потом соединю. Значит, листочки я тоже эти обрежу. Вот так. Они здесь как бы... Вот этот оставлю один, чтобы он дальше врос в стол. Шел. Вот они примерно одинаковые, да? И значит, я сюда, здесь надрезик и здесь. Так, так, значит, как надо? Навстречу, наверное, друг другу. Да, чтобы было навстречу друг другу. Положи мне в карман-то вот сюда, или себе. Так, беру вот лезвие, хоть бы мне не порезаться. Так, острая. Делаю надрез. А он сделается? Ага. Так, 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 так. Ой. Он у меня пошел. Не слишком, но срез, наверное, надо. Так, чтобы не ладно. Сломалось. И вот туда, значит, я сюда делаю, да? Да, на себя, наверное. Так, все. Я 2 веточки попробую. Так, где у меня тут срезик? Вот он, срезик. И соединяю. Вот, видите, соединила. Так, сейчас я это место по-хорошему обмотаю, но потом, когда они будут расти, надо обязательно это место убрать. Скотч срезать. Да. Все, чтобы плотненько было, плотно. Все. И еще от одной яблоньки, от другой я взяла у нее веточку, та побольше. Сейчас мы сделаем... Еще. А можно здесь несколько сделать прививок. Ну, в общем, в таком виде. Вот, значит, еще у меня яблонька. Ой, что-то она вся уже тут. Вот еще одна яблонька. Сейчас я от нее возьму вот такую веточку. Вот, чтобы было не меньше 3 почечек, да? Вот где-то вот тут я также точно все это я листочки убираю. И вот таким макаром тоже ее где-то вот потолще бы веточку, вот на этой веточке я привью. Так что ж, в общем, покажу, как привью. Так, или ладно, привал, привас опять давайте. Беру лезвие. Так, а вот, наверное, потолще, да? Угу. Давай, ну я сейчас несколько привью, сколько получится и как у меня. Так, это листочек я оторву. Значит, здесь опять я делаю поглубже. Видите? Наверное, до поближе, сери... да? Сделаю. Да. О! Видите? Надрезала. Так, и веточку так, чтобы так сделать, значит, оттуда сделать наоборот, да? Навстречу. Навстречу, да. И вот тут. Ну, а вы скажите, правильно ли я это сделала? Или, может быть, я в комментариях мне. Так, вот так. Я дичку специально привезла из Северодвинска, посадила. Она была у меня маленькая. Я знала, что у Ксюши будет много, вот она, много яблок.
И я думаю, сделаю сама прививку. И вот она у меня дичка-то. Так, надо подрезать здесь, не мешает. Так, где тут у меня? Вот я, значит, здесь. Лишнее. Вот это, чтобы не мешало. Подрежу. Так, и где я тут надрезик-то? Вот оно у меня. И тут вот. Так, и вот тут вот мы их вставляем. Так. Ну как, тут вот у меня, да, сделан-то? Я тоже не вижу, где надрезик-то. Вот под ногтем-то, не? Нет. Нет, вот ближе тогда, вот здесь вот. Вот это. А, вот-вот-вот, да. Так, щечки-то не одела, так. Во, все. Сейчас замотаю скотчем. В общем, пишите в комментариях, правильно ли я это все сделала. Особенно Татьяна Экзоты, которая занимается всяким экзотическим, прививает и все прочее выращивает. Ну вот, всем пока-пока. Сделала несколько прививок. Здесь сделала. Потом вот тут вот у меня прививка. Не знаю, что получится. И на главном стволе сделала две прививочки. Так вот. И вот. И еще я привила на рябине. Кто прививал? Вот у нас тут рябинка. И еще сделала две прививочки здесь. Не знаю, правильно, неправильно. Раскосы делала в разные стороны. Сначала сделала так, а потом по-другому сделала раскосы. Вот и здесь сделала прививочку. Вот на рябине. Может, рябинка будет ягодки с яблока. Посмотрим, что будет и привьется ли по осени. Может, надо было по весне, чтобы оно за лето привилось. А может, и сейчас. В общем, посмотрим в следующем году уже по весне, что будет. Всем пока-пока!